15 человек, в их числе трое детей, эвакуированы во время ликвидации крупного пожара в Солигорске. Подразделения МЧС были вызваны по тревоге ночью накануне. Дым шел из окна балкона на 6-м уровне 9-этажного многоквартирного дома. Спасатели вынесли из квартиры хозяйку и ее мужа. Оба с предварительным диагнозом отравления продуктами горения доставлены в больницу. Известно, что еще до прибытия первых расчетов пострадавший мужчина самостоятельно пытался справиться с загоранием. Огнем в комнате повреждены постельные принадлежности и интерьер. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.